как автомобили ремонтируют в Японии. Водитель берет, покупает в магазине какую-нибудь ручку с краской и просто пытается хотя бы вот эти белые царапинки закрасить. И это лучше, чем ничего. Сколько же стоит обслуживание и вообще содержание автомобиля? Там будет очень дорого. Поэтому вот китайцы сильно пытаются. Но проблема в том, что все-таки это Япония. То есть это не байки про японскую надежность. В Японии бывает так, что парковочное место решает, какой ты купишь себе автомобиль. Эх, вот это машины. Добрый день, уважаемые подписчики. Это видео снимается в Икигаме. И сегодня мы с нашим гостем пройдемся по автомобильной тематике про Японию. Где покупают новые автомобили японцы, где они их продают, сколько стоит обслуживание владения, налоги, ДТП, как чинят автомобили японцы, либо они сразу же битые автомобили продают страховым компаниям. В общем, очень много вопросов, будет очень много интересной информации. И в этом видео нам поможет Евгений, канал Чиполинка. Жизнь в Японии. Добрый день, Евгений. Привет, Сергей, спасибо, что позвал. Хотим записать видео, где хочу задать много вопросов. Эти вопросы, они возникают очень много под нашими видео, в комментариях. И они будут в стиле, сколько стоит владение автомобилем в Японии. Правда ли, что чем больше машина, тем больше расходов. Можно ли купить себе автомобиль, не имея парковочного места. И все вот про вот самое базовое владение автомобилем в Японии. Рад буду ответить на все твои вопросы. И тогда первый вопрос будет вообще, сколько живете в Японии, какой бэкграунд? Расскажите немножко вообще про эту страну, про ваше пребывание в ней. Приехал я вот относительно уже давно, в 2009 году, и в 2011 года 8 лет я проработал в автомобильной компании, которая японская, занимается экспортом автомобилей. Вначале был обычным менеджером, помогал переводить аукционики, машины, фотографии, деньги, то есть все, что нужно делать. Потом, через пару лет, стал руководителем русскоязычного отдела. Уже занимался там общим управлением, какой-то рекламой, всем остальным. И вот так вот проработал 8 лет. В какой-то момент жизнь поменялась, и я решил заняться своим делом, совершенно не связанным с автомобилем, но уже сколько лет? 6-7. Автомобили меня не отпускают, я снимаю видео на своем канале для других, обзоры, как бы я до сих пор в этой теме, да. А на основе происходящего, вот уже пару лет, наверное, все вокруг политических событий, как эти политические события повлияли на курс валют. В 2022 году был сильный рубль, и Россия вырвалась вперед по поставкам БУ автомобилей. 207 тысяч автомобилей было завезено из Японии, и БУ, и новых. Это единственный такой год, что Россия была на первом месте. Были ли еще такие какие-то взлеты? Россия, правда ли она всегда была в топ-5 стран, которые покупают и привозят на свою территорию японские автомобили? По объемам Россия всегда была в топе, когда-то там на втором, на третьем месте, конкурировала в основном с Дубаем, потому что туда это хаб, машины из Дубая уходили в разные страны. И бывали моменты, когда там Кыргызстан выходил, когда у них бум был и много, но в основном всегда в топе-3, наверное, в топе-4 Россия была. Бывали моменты, когда там, не знаю, утиль меняли, там какая-то таможня меняли, бывали резкие спады, но потом все опять назад восстанавливалось. Наверное, то, что было за последние пару лет, такого не было объема, потому что западный рынок прикрылся, то есть там с Польши оттуда БУ автомобили уже не могли пригнать, поэтому, конечно, все, наверное, смотрели уже на восток. Это Япония, наверное, Китай, Корея. И из-за этого последние годы объемы очень были большие, особенно учитывая очень дешевую иену, которая, наверное, относительно компенсировала падение рубля. Ребята, конкурс. Как и обещали, в каждом японском видео у нас будет конкурс. И в этом видео вам нужно написать историю про ваш первый автомобиль. Как вы его купили, как вы владели, какие-то курьезные истории. Либо он постоянно ломался, либо он вообще не ломался за всю историю вашего владения. В общем, что-то интересненькое про ваш первый автомобиль. И он может быть не обязательно японским. Ребят, пишите вашу историю внизу в комментариях. Мы потом смотрим, выбираем самое интересное по количеству лайков, по количеству комментариев под этой историей. И вы
вы получите от нас нашу фирменную коробку с презентами из Японии. Там будут всякие вонючки, зарядки в машину, наклейки. В общем, вкусная коробка, которая подойдет и владельцу Вица, и старенького Ipsum'а, и даже владельцу BMW X7 новой. Ребята, жду вашу историю внизу. Поехали! Тогда вопрос именно про ваше личное владение, не обязательно даже японскими автомобилями, а вот какие автомобили были в России, когда уезжали, какой автомобиль был, какой первый был в Японии и, ну, может быть, помните все модели, которыми владели за весь период жизни в Японии и каким автомобилем владеете сейчас? По поводу автомобиля, у меня, наверное, в Японии был первый автомобиль, потому что до этого автомобилем я не владел. Первый мой автомобиль был CX-5. Первое самое поколение. Купил я его очень просто, потому что нравился дизайн мне и жене, именно красный CX-5. И еще самое главное, мне понравился их дизельный двигатель. В то время я сравнивал Харика, смотрел, X-Trail, Субарика тоже смотрел и Форестер. И как-то, посидев полчаса за рулем Мазды CX-5 с дизельным двигателем, я решил, что вот газануть там можно. Вот. И учитывая еще, что дизель в Японии дешевле, чем бензин, на 10-15 йен это довольно ощутимая разница, поэтому как бы выбор остановился на CX-5. Потом уже, конечно, когда я обновлял его, спустя, наверное, 3 года, первый я покупал был на аукционе. Следующий мой автомобиль уже была Mazda CX-8. В принципе, тот же самый автомобиль, салон уже получше, тоже первая модель из этой линейки и такая же красная. Взял ее, потому что семья увеличивалась, а дети... Нужно было больше вещей засовывать. Вот, поэтому остановился опять же на этом выборе. Сейчас ей уже 5 лет. Пробег за 5 лет у меня уже 140 тысяч километров. Я ее немного подмучил, но ездит хорошо. А Mazda CX-8 тоже на дизеле? Да. 2.2? Да. Хороший двигатель. Люди, которые себе присматривают Mazda, и если в этой модели есть дизельный двигатель, наверное, девушки, они не понимают и говорят, о, дизель, я, это, наверное, тарахтит. Вот, ну, наши ребята рассказывают, что современные технологии, то, что вы вообще не слышите в салоне дизельного кого-то. Особенно на большой скорости, на скоростных дорогах. Да, просто на дорогах России дизельные, это поджерики на 4М40, это делики, коптящие. И сразу же, конечно, люди думают, дизель, это у тебя руки вот такие вот черные, какие-то проблемы постоянно с этими дизельными моторами. Да, сейчас современные дизеля, особенно Европа также преисполнилась в дизелях. Мы, кстати, по Мазде рекомендуем нашим покупателям обратить внимание, когда у них, ну, бюджет там в районе 1,5–2,5 миллиона рублей, мы им рекомендуем обратить внимание на Мазду, потому что очень классно они выглядят. У них прям вот, я не знаю, кто дизайнер, но... Ну, очень круто, да. В салоне они тоже хорошо. Они, наверное, первые CarPlay сделали в своих автомобилях. И у них такая, пусть даже в бюджетных кроссоверах, все-таки, наверное, CX-5 можно назвать бюджетным кроссовером? Они сделали, ну, проекцию. Да. И даже, по-моему, где-то даже в CX-3. В CX-3 вроде тоже должна быть проекция. Вот, и это лучше, чем ничего, потому что, допустим, с моим ростом, там, 185, мне руль перекрывает просто, как раз-таки ту зону, где ты либо получишь штраф, либо не получишь. И вот это вот даже вот окошечко, которое у тебя поднимается, на котором написано скорость, очень помогает. А, кстати, мне пришло письмо от Mazda CX-8. Можно будет купить в Японии только до конца декабря. Они ее снимают с производства. Наверное, выйдет вместо нее CX-90, которая в Америке, в Европе презентовали. Но вот они сейчас прислали, что последний шанс купить новую Мазду. Евгений, тогда вопрос, который очень волнует всех. Сколько же стоит обслуживание и вообще содержание автомобиля? Потому что в наших умах, в России у автомобилистов, что Япония очень дорогая страна. Вообще, в принципе, там про Токио, везде пишется, что это самый там дорогой мегаполис в мире, и это относится и в плане парковки, и всего. Плюс еще приходят машины, у них на шильдиках, на дизельных машинах, у них наклеено 3000, рекомендуют поменять масло 3000. Масла много, соответственно, у тебя цена замены масла выше. В общем, все нам говорит о том, что владеть машиной в Японии дорого. Поэтому на вашем примере расскажите, сколько стоит в среднем владение, ну, наверное, кроссовером давайте возьмем это средний, ну, вот что-то вот, Harrier, CX-5, бензин, налоги,
парковка, какие-то мойки, может быть, плановое ТО, там что-нибудь по мелочи, может, какие-то резиночки поменять. Тогда расскажу на примере своего автомобиля Mazda CX-8. Давай сначала по такому стандартному расходам, которые я плачу ежегодно. Это, если берем техосмотр, то я техосмотр раз в два года плачу 80 тысяч йен. Ежегодный налог на мой дизельный двигатель 2,2 я плачу 45 тысяч йен. Следующие стандартные расходы — это парковка. Парковка вот в Йокогаме, рядом со станцией Йокогама, центр практически, я плачу 22 тысячи йен в месяц. Она прям около дома. Если, к примеру, я жил бы в центре Токио, то там цены 60 и 80 тысяч йен в месяц, но там в основном ставят дорогие машины. Mazda CX-8 точно там не увидеть. Ну, по бензину полный бак сейчас в условиях дешевой йены и дорогого бензина. Литр дизеля стоит 136. То есть полный бак я где-то заливаю 8-9 тысяч йен. А если люди, которые владеют бензином, то цена на бензин, если берем, наверное, 93-95, 160 йен. Если премиум 98, то 180 йен. Но государство сейчас субсидирует, старается держать цены на одном уровне. Все, что выше, государство покрывает, и вот они до сих пор продлевают вроде дальше, чтобы не сильно цены на бензин ударили по потребителям. Расходников особо, не знаю, вот Mazda CX-8 проехал 140 тысяч километров уже, менял резину пару раз. До этого я покупал всегда японскую, Йокогама, стоила она где-то 80 тысяч йен за комплект, просто резина без дисок. Какой примерно размер? 19 дюймов, это было 255, 55, 19. Весной у меня старая резина стерлась, не успел купить Йокогаму, почему-то ее все распродали, надо было ждать месяц. Я купил китайскую, название сейчас не помню, в два раза дешевле. Думаю, ну, весь Китай ездит, наверное, я тоже смогу ездить. Поставил, в принципе, проблем нет, вот все лето проехал на ней, никаких проблем нет. Получается, в два раза дешевле, особой разницы я не почувствовал. Возможно, чуть-чуть шумит сильнее, но так как я пересел с зимней на летнюю китайскую, я особо не заметил. Масло меняю в районе 5-10 тысяч километров. Выходит у меня там поменять полностью масло в двигателе. Сейчас честно не скажу, сколько там литров было. Ну, будем считать в районе 10 тысяч йен. Вот, но вообще, да, дилеры рекомендуют менять каждые 5 тысяч. И у меня, в принципе, постоянно появляется уведомление в машине. Но раньше я был приличным, когда владел Mazda CX-8. Сейчас как-то я уже не прям так 5 тысяч появилось, я меняю. Я уже вот 5-10, в зависимости, как у меня будет время, пойду поменяю. Насчет мойки. Моют в Японии очень плохо машины. Хорошей мойки не нашел. Наверное, просто я с детьми очень сильно машину пачкаю, мы активно живем, путешествуем там по горам, по озерам, по морям, поэтому у меня машина там и в еде, и в песке, и в камнях, и во всем. Японские мойки рассчитаны для мытья японских машин, вот как таксисты ездят, их держат в идеальном состоянии, вот такие машины они хорошо моют. Чтобы мою машину помыть, нужно 2-3 раза заезжать, и они идеально ее помоют тогда. А мойка ручная, моя Mazda CX-8, у меня там 3 ряда получается. Я плачу и внешний, и салон 6 тысяч йен примерно выходит у меня. Ну, это относительно дорого. Раньше я мыл в автоматической, но у меня сейчас на крыше руфбокс, поэтому на автоматически я уже не заезжаю, только ручная. По высоте не проходит? По высоте, да, не проходит, поэтому сейчас только ручная, и стал я из-за этого мыть реже, потому что стало дороже. Вот. Но машина пачкается все так же. Менял один раз тормозные колодки, ну, потому что один раз причем, да. Больше ничего такого, таких поломок, там, подвеска, какие-то другие, дворники один раз только поменял, то есть, ну вот, резина, дворники, тормозные колодки и все. Тормозные диски мне сказали, что еще нормально, но может через год-другой надо. Это за какой пробег вот это вот все? Вот 135 тысяч сейчас у меня примерно. То есть это не байки про японскую надежность автомобиля? Ну вот, на удивление, я думаю, еще и дизель, уже, да, там, может, двигатель или еще что-то. Свечи? Нет. Не, ну, может быть, у меня проходит как бы такое, в Японии есть обязательное ТО раз в год. Фильтры меняют также. Фильтры на двигатель масляные меняют. Свечи я не видел, чтобы в щиту у меня было свечи. То есть вот масляные фильтры всегда, обмен масла, да. Все остальное, что если экстра, они спрашивают. Ну вот, свечи, да, не менял.
Евгений, вы сейчас подтвердили мои слова. Ну, у нас постоянно проходят планерки для продавцов. И я им говорю, ну, это мое мнение, и я его просто рассказываю сотрудникам, и они часто тоже используют в разговоре с клиентами. Даже машина, которая прожила в Японии 136 тысяч километров, набегала, там, условно говоря, там 5 лет возраст у нее. Я считаю то, что машина жила в раю. Какие дороги? Все чисто, нету даже песочка, пескоструя нету, хотя скольчики иногда бывают, приходят. Чистый бензин, оригинальные масла, то есть я думаю, встретить поддельное масло здесь, ну, нереально. Плюс я никогда не видел рвущего свою машину со светофора какого-то японского водителя, то есть культура вождения, я никогда не видел кого-то в шашечки играющего. Да, нет. То есть поэтому машина живет в раю. И она приезжает даже вот с такими пробегами. То есть я всегда себе покупал с Японии в районе 100 тысяч пробег. У тебя оптимально по цене, оптимально по состоянию автомобиль, технически, в салоне, визуально, кузов. И ты ее потом продаешь минимум за эти же деньги. Ну, у нас там это реальная инвестиция в правый руль. Это прям серьезно так и есть. Но все сходится. Все сходится, то что это инвестиция и машина живет в раю. Потому что за такие тысячи километров таких проблем даже свечи не меняли. Очень вопрос, который тревожит всех людей, которые планируют приобрести автомобиль с Японии, с аукционов, и, ну, это бушный автомобиль. Оценка R, RA. То есть автомобиль, видно по схеме, что что-то менялось, допустим, передник, два крыла, капот, что-то подкрасы, W2, W1. То есть с автомобилем что-то делали. К сожалению, не раскрывается. Допустим, в Корее там вот замена того. И все-таки, как автомобили ремонтируют в Японии? В плане механической части, то есть там подвеска, там, ну, что-то, если там ломается. И особенно, вот это прям очень такой щепетильный вопрос, в плане кузовного ремонта. По поводу ремонта сложно сказать, потому что я не видел, чтобы кто-нибудь ремонтирует. Здесь нет такого, что ты сам залез под капот или сам что-то ремонтировал. Все отдается в дилерские центры, сервисные центры. Тем более здесь же все идет, у всех есть страховки, все это случается авария, полиция приезжает, оформляет, все, машины официально отдают в сервисный центр, там идет оценка, выставляется счет, страховая компания покрывает. Я видел маленькие какие-то такие сервисные центры, но в основном они занимаются покраской, ну и более они специализированы, какие-то подороже машины, там BMW, Porsche полностью, да, перекрашивают или еще что-то. Поэтому насчет качества, то есть нету каких-то там гаражей, где можно подлатать, сделать красиво. Все проходит через официальные сервисные центры, в основном дилерские. Свою машину Mazda CX-5 я один раз задел бампер сильно и крыло, когда выезжал с парковки, отдавал на краску в сервисный центр. Тогда я заплатил за покраску крыла, там просто угол, я заплатил 60 тысяч йен, что ли. Ну, на тот момент это было где-то $600. Покрасили отлично, вообще проблем нет. Единственное, бывает проблема с покраской, это когда есть мелкие царапины, и когда отдавать какой-то сервис, ну, потому что только сервисный центр делает, это дорого. Тогда водитель берет, покупает в магазине какую-нибудь ручку с краской и просто пытается хотя бы вот эти белые царапинки закрасить. Тогда, конечно, видны вот эти некачественные пятнышки, которые могут попадаться на аукционных машинах. Но если это какая-то большая авария, то, скорее всего, покраска будет идеальная, ремонт тоже. Потому что машина должна будет потом, опять же, проходить техосмотр. И если какие-то моменты есть, когда проходишь техосмотр, днище полностью специалист проверяет, становится она над ямой, на таких шарнирах, машина очень сильно болтает, и снизу специалист проверяет всю ходовку, все, соответствует ли машина требованиям. То есть, если что-то будет не так, то техосмотр она не получит. То есть, такого понятия «давай загоним китайцам и сделаем ее дешево» здесь такого нету? Нету такого. Найти дешево... Здесь в Японии все-таки все делается официально, даже... Как бы такие центры, которые сделают прям очень дешево, никто не делает. Потому что цены не демпингуют. А опять же, все это, чтобы заниматься, есть определенные лицензии, разрешения. Ну, дешево здесь ты не сделаешь. Дешево ты можешь только сам покрасить. Поэтому часто у меня спрашивали, когда я работал там вот в экспорте автомобилей, спрашивали: ой, можете вы мне там машину в Японии отремонтировать? Я говорю: знаете что, сколько здесь это, в Японии ценник вам выставят, вы можете 5 машин там в России отремонтировать, и это будет за те деньги, которые вы платите, соотношение цена-качество будет намного лучше, потому что в Японии здесь, если качественно сделать, это нужно везти действительно в центр, и там будет очень дорого. Мы как компания, которая привозит автомобили из Японии, я вот по опыту того, что мы видим, 80% это, я говорю про восстановленные автомобили R, RA,
даже сейчас 4, 4,5 можно встретить крестики на USS. К сожалению, они не получают эрки. 80% автомобилей приходят в хорошем состоянии. То есть реально найти, что у тебя это крашеная деталь, что-то потекший лак, краска, ну такие вот мусор под краской, не найти. 80%. И 20% все-таки ремонт видный. И он уже тоже, знаете, по градиенту. То есть от самого плохого, я не знаю почему, может быть, у человека не было страховки, то есть чуть ли не кисточкой замазано. Ну и до, ну что видно, в цвет там не попали, либо не полирнули почему-то. Ну, такое бывает, но это, ну, очень маленький процент. Ну, ты знаешь, категория тех автомобилей, которые продают перекупы. То есть здесь есть компании, которые покупают битые автомобили. Я пару раз был и с другими компаниями смотрел. Машина на аукционе стоит без оценки. Мы пришли посмотреть, то есть там просто бампер, даже лонжероны, ничего не задето, просто бампер, фару поменять и все. Но она стоит без оценки и уходит очень дешево. То есть если целая машина там 1,5 миллиона, эта машина ушла там за 700 тысяч. Они ее купили, поставили новый бампер, фару и продали, получается, почти в два раза дороже. И вот такие компании, они покупают битые у себя же на ярде. Что-то красят, потому что им техосмотр проходить не нужно. И не нужно там фару, высоту проверять и все остальное. Они подшаманят, сделают, чтобы на крутых фотоаппаратах аукциона USS было видно, что машина выглядит хорошо. Выставляют на аукцион, и все, и она уходит из Японии. То есть, ну, вот есть небольшой процент компаний, которые там работают иностранцы, но, опять же, там пакистанцы, выходцы из Центральной Азии, да, наши люди все-таки пытаются сэкономить, сремонтируют как-то сами у себя там на ярде и выставляют машины на продажу. Очень ценная информация, спасибо. Не избежать этого. Евгений, следующий вопрос. Как японцы внутри страны покупают, продают автомобили? То есть автокредитование сюда же попадает, там трейд-ин. Свою Мазду, ну, я купил с аукциона через компанию, где я работал, но обычные японцы, частники, не могут это сделать. Ну, ты знаешь, там нужно иметь членскую карточку, взносы давать и много чего, то есть в основном юрлица. Японцы обычно покупают через дилерские центры, то есть это, например, напрямую, в ту же самую там Toyota, BMW, Nissan или компании, которые продают БУ автомобили. Есть там Гулливер, есть вот Big Motor. Бывает, на заправке висят, то есть обычная заправка Enios, к примеру. Ты приходишь, и у них есть функция, то есть они могут тебе с аукциона купить автомобиль. Прямо так написано, что машины с аукциона. Ты выбираешь какую-то модель, и они тебе пытаются ее с аукциона купить. По поводу трейд-ин. У меня была Mazda CX-5, я как раз перед покупкой Mazda CX-8, я решил ее продать. Сначала пошел к Mazda, они мне сказали, что там за миллион купим. Я подумал, что-то, ну, если они за миллион, дилерский центр, значит, можно подороже продать. Позвонил в Гулливер компания. Они пришли в 8 вечера, было темно. Пришел мужик с фонариком, посмотрел мою машину с маленьким фонариком, все-все посмотрел, говорит, там, 950. Я говорю, типа, вы что, шутите? Я говорю, мне Mazda 1,2 миллиона давала. Он такой там обсуждал. Ладно, говорит, типа, 1,2 миллиона дадим. Я говорю, окей, все хорошо. На следующий день утром приехал уже человек, забрал мою Мазду, передал я документы, и мне деньги на счет в течение 3 дней прикинули. Вот, я понимаю, что такие многие японские компании, они просто накидывают 10-20 тысяч, наверное, может даже 10 тысяч йен, и маленькую комиссию, и просто продают с небольшой наценкой машины заново, то есть чтобы оборот был. Вот, поэтому продать машину, купить очень просто. Кредитование. Я вот буквально пару дней смотрел, BMW, к примеру, кредитование 3 от 3 до 5%. Сказка. Вот, годовых. То есть, в принципе, дешево, там идет программа на 5 лет, 3-5 лет, то есть ты можешь 3 года пользоваться, потом эту машину сдать им и заново любую новую взять и заново платить кредит. Формат, что тебе нравится машина твоего соседа, и он согласен ее продать тебе. Как эта сделка оформляет? То есть у нас договор купли-продажи, он дает тебе документы, и ты идешь, ну, деньги, документы и... Ну да. Ну здесь, в принципе, так же, если есть такое, не знаю, да, вот у меня Mazda CX-8, если друзья захотят купить, то есть я просто им даю пакет документов, делаю типа что-то вроде доверенности, что я согласен на смену владельца моего автомобиля, и все, они мне деньги дают, я им отдаю пакет документов, он минимальный, и они с этими документами идут в полицию и переоформляют машину. То есть все очень просто. Ну а в моей случае, так как я получил деньги, если я заработал что-то, то я должен заплатить налоги. Если нет, то в принципе нет. Но в Японии все стараются делать через посредников,
В этом случае к тебе никто не придет через месяц и не скажет: машина сломалась, типа ты меня обманул, деньги дал. Поэтому проще отдать дилерам, они ее заберут, и тебе никто претензий предъявлять, звонить, не писать не будет. Но есть, например, Yahoo аукцион, да, куда можно увидеть, что там продают БУ автомобили, что-то вроде One Price. Но покупать оттуда как бы я никому никогда не советовал, потому что, ну, все-таки это же автомобиль. Ну, наверное, кто-то покупает. У нас буквально где-то 3-5 сделок было. Но это тоже там Civic какого-то там года в тюнинге. Да, ну, редкие автомобили, да, такие. Да, и вот, ну, вот что такое эксклюзивное. В общем, можно сказать то, что аукционы и вот эти компании, которые принимают на купли-продажу автомобилей, то есть они как регулятор, они проверяют состояние автомобиля, они оформляют всю сделку, взаиморасчеты все организовывают. То есть и покупатель, и продавец, они в безопасности. Да, максимально защищенные, не встречаются, и все счастливы. У меня у друзей, моих друзей, девушка продавала автомобиль, ну какой-то там, да, Аква, по-моему. Приехали ребята, сказали, она вот здесь у тебя битая, вот здесь то, вот здесь то. Она растерялась и продала им на 200 тысяч рублей дешевле. Все, там сделку она не стала никак оспаривать. Ага. Но здесь такое... Ну, нет, здесь как бы есть вот... Здесь, понимаешь, это японский менталитет, японский сервис. Если ты работаешь с японской компанией, ну, как бы сильно тебя не обманут. Конечно, любая компания пытается купить дешевле, но если ты им... То есть здесь не пришли, не сказали моя Мазда, что она бита или еще что-то. В темноте, в 8-9 часов ночи, а в Японии темно, с маленьким фонариком походил, походил. У меня, причем, я жил в частном доме, на первом этаже парковка. До стены было буквально там 15 сантиметров с правой стороны и с задней части автомобиля. Он фонариком прошел, посмотрел, там увидел пару царапин где-то и выставил ценник. Я поторговался, он дал мне нужную цену и забрали. То есть, в принципе... Все очень просто. На аукционах Японии примерно какой процент автомобилей остается внутри Японии, а какой уходит на экспорт? Сложно, потому что многие машины же все равно они крутятся. То есть вот те же самые, да, там дилерские центры, там Гулливер, они покупают машины на аукционе, пытаются продать. Если не продают, они опять его на аукцион выставляют, потому что это самый быстрый способ продать. Поэтому точно сказать, сколько машин, можно узнать, сколько... Ну, это, наверное, сейчас проще сделать какой-нибудь вам или у кого доступ есть к статистике, сколько, в общем, машин продается на аукционе и сколько из них выходит за пределы Японии. К сожалению, у меня сейчас доступа этой статистики нету, так как я не работаю, но я никогда не сравнивал. Но японский рынок очень много потребляет, и ты, наверное, ходишь, видишь. Нету такого, что все ездят на новых машинах, есть очень много таких старых моделей, которые уже давно не производятся, в ту копилку, что в Японии очень большой налог на старые автомобили, на самом деле нет. Если автомобиль старше 7 лет, там вроде на 10% налог увеличивается, но это незначительно. В основном все меняют автомобиль из-за того, что может там техосмотр уже дорого проходить, потому что там ржавчина появилась, да, или прям износились многие детали. Евгений, насущный вопрос, как получить права в Японии? Потому что я когда поехал первый раз, и мы только начали вести YouTube-канал, я думаю... Сколько же мы снимем обзоров на самые новые автомобили в Японии? Получил международные права, приезжаю, и наши партнеры в Японии говорят: стоп, нет, это не работа, здесь нужно получить японские права. Только после этого можешь садиться за руль. Но я на самом деле прям серьезным вопросом не занимался, не изучал, как получить права. Как человек, живущий в Японии, получивший права, расскажи от и до вообще, весь сколько... Весь процесс. Да, весь процесс, учиться, сколько стоит. Да, международные права водительские Российской Федерации и некоторые страны СНГ не котируются в Японии, потому что есть две конвенции, Венская и Женевская. И какие-то страны подписали одну, какие-то другие, я точно не помню. И получается, что Россия и Япония подписали разные конвенции, поэтому российские международные права, хоть там вроде даже на японском что-то написано, в Японии они не действуют. И даже если вы вдруг каким-то способом у кого-то возьмете автомобиль, то это считается, что вы управляете автомобилем без водительских прав, а это штраф около 5000 долларов и даже там сроком тюрьмы, если вдруг вы совершили какую-то аварию. Как в Дубае, жестко. Да. Поэтому довольно жестко. Получить водительские права в Японии, в принципе, стандартная процедура. По цене сразу, если мы берем просто категорию B, легковой автомобиль стоит в районе 300-380 тысяч йен. Сроки различаются, то есть можно прям есть автошкола, где ты едешь на 2 недели, у них как кемп, то есть ты едешь туда и 2 недели прям целыми днями ты проходишь
учебу, практику, и через 2 недели у тебя водительские права. Или если ты человек занятый, у тебя там есть в неделю пару дней только, ты можешь в течение 3-4 месяцев проходить обучение. Как проходит обучение? Сначала, конечно, это теория. То есть изучают тщательно теорию, потом сдают экзамен по теории. Если они сдали, то дальше они потом идут тренироваться на площадку. То есть на площадке они отрабатывают определенные маневры. После этого сдают тест на вождение на площадке. Если они его сдают успешно, после этого им дают такие временные водительские права, которые разрешают им обучаться на дорогах общественного пользования. И уже с этими правами они проходят обучение по общественным дорогам. И если сначала практику, потом сдают экзамен, если они его сдают, то после этого их отправляют в полицию, где они уже сдают финальный экзамен. Даже если, к примеру, у тебя есть российские права, и ты приедешь в Японию по какой-то долгосрочной визе, рабочая виза там или еще какая-то, то ты сможешь поменять. Но для этого нужно сдать, к примеру, тест письменный. Мы говорим про смену прав с российских на японский. Письменный тест дается, если это Токио, Йокогама, на русском языке 10 вопросов. Из них нужно ответить правильно на 8. Вопросы довольно простые. К примеру, вы выпили бокал там вина, можно ли сесть за руль автомобиля? То есть там такие вопросы, что да, нет. Потом, к примеру, вопрос, там нарисована дорога, стоит полиция, на дороге такая, как вафельница, и написано, можно ли остановить автомобиль на вот этом участке, да или нет. То есть, ну, в основном все отвечают, но это самый легкий момент. Потом начинается сложный, это сдать вождение. На площадке ГАИ тебе заранее дается маршрут четкий, ты можешь пойти походить по нему, где ты будешь ехать. Тебе просто нужно его запомнить, чтобы даже если инспектор говорит на японском, там налево-направо, чтобы ты его особо не слушал, ты проехал маршрут. Но в среднем все сдают с 3-4 раза. Вот. Мне повезло, я сдал с 1-го, потому что я подошел серьезно. Я в Ютубе смотрел видео какой-то японской автошколы. Я прям сидел дома за компьютером и прям тренировался, потому что там нужно поворачивать голову правильно. К примеру, когда ты поворачиваешь налево, тебе нужно посмотреть там центральное зеркало, левое зеркало, повернуть голову, прям именно повернуть голову и потом только перестраивать, чтобы ты проверил заднее зеркало, боковое зеркало и слепую зону. Потом есть нюансы, где ты должен чуть-чуть прижиматься к обочине, где как, где притормаживать. И все это инструктор очень жестко смотрит. Поэтому даже опытным людям, кто управляет автомобилем 10-15 лет, получить японские права, пересдав просто площадка, довольно сложно. Я их либо не получу вообще никогда, либо если я вот прям серьезно настроюсь на Японию, да, пожить в ней только тогда. Потому что иногда приезжая и ради этого либо на кемп заехать, да, на 2 недели, либо потратить вот месяцы на обучение. Это да. Да, поэтому... Вопрос большой. Когда японцы, в каких случаях они покупают европейские автомобили? Вот у нас в России, я говорю про Дальний Восток, потому что Европа, она, европейская часть России, они как-то ближе к Европе, соответственно, там люди многие начинают сразу же, первая машина у них Фольцы, BMW, Мерседесы, пусть даже бэушные, старенькие. У нас на Дальнем Востоке у тебя эволюция идет, то есть со старенького японца, японца ты все, да, свежее, да, свежее. Потом люди после крузака садятся в какую-нибудь X5, ага, либо в GLE, в G-класс, угу, и они говорят, эх, вот это машины, то есть, да, и да, как бы по такой возрастающей. Как приходят японцы с крутыми внутренними автомобильными компаниями, там, Toyota, Nissan, как они приходят к покупке вот таких автомобилей? Здесь есть несколько категорий людей. Конечно же, все-таки большая часть, если мы берем немцев, BMW, Audi, Mercedes-Benz, это премиальные машины. Поэтому люди состоятельные, которые готовы платить за дорогой сервис, потому что сервис намного дороже, за техосмотр, потому что по весу выходит дороже, чем техосмотр для японских автомобилей. Люди состоятельные уже хотят немного почувствовать себя состоятельными, они покупают немецкие автомобили. Есть, например, любители, которые любят Францию. В Японии есть вот группа людей, они любят Францию, у них все французское. Они ездят в Париж, одежду покупают, ездят на Peugeot. Есть любители Италии, они ездят на Alfa Romeo, к примеру. Очень много Alfa Romeo ездят. У японцев нет такого, что выделиться. Ты по одежде, наверное, сразу не увидишь, да? Но вот машины – это та вещь, которую они могут немного, но себе как бы дать такую возможность выделиться, купить себе дорогой автомобиль. Есть, конечно, категория, которые уже прям хотят сильно выделиться, они покупают машины с левым рулем.
Почему? Потому что машины с левым рулем – это или спорткары какие-нибудь, да, там Феррари, или какие-нибудь люксовые, Бентли, потому что их вроде даже с правым рулем не продают. Роллс-Ройсы, вот это все. Или те же самые Мерседесы или BMW, но те, которые продаются там 5-6-литровые какие-нибудь, да, там турбовые машины, которые штучно продаются, и в Японию их для Японии с правым рулем не делают, их с Европы гонят с левым рулем. И небольшая категория, которые хотят поездить на американских машинах, их гонят со Штатов, меняют только фары, потому что в Японии должны быть желтые поворотники, в Америке они красные. И фары обязательно нужно подровнять под стандарт, иначе техосмотр они не получат. Все это благодаря тому, что в Японии особых пошлин нету. Когда ты пригоняешь автомобиль с Европы или с Америки, ты платишь только 10%, это что-то вроде НДС. То есть купил машину там за 50 тысяч долларов, заплатил 5 тысяч НДС и все, больше никаких пошлин, ничего нет. Мы на аукционах людям рекомендуем, кто хочет себе купить какой-нибудь G63, либо топовый S-класс, они сразу же спрашивают про США, про Южную Корею. Мы им также рекомендуем и смотрим для них в Японии на аукционах, потому что именно топовые Мерседесы, топовые BMW с большими моторами очень часто встречаются на аукционах Японии, и цена бывает приятнее даже, чем с Южной Кореей. Долго ли ждать, если есть такая информация, долго ли ждать, допустим, вот сейчас новую X5, X6 23-го года, потому что вот сейчас вот заказ нового автомобиля в Южной Корее — это большие проблемы. Южная Корея следит за тем, куда автомобили уходят. Они против того, чтобы машины уходили эти на СНГ. Срок ожидания, срок переоформления — 2 месяца. Достаточно-таки проблемно купить эту машину. Как в Японии для... Я вчера видел новую Бэху-7 23-го года на правом руле. Она никому не интересна будет, ну, в России, в России. Рядовой японец приходит, хочет купить какую-то там базовую BMW X7, допустим, сколько ему ждать? Или она всегда в наличии? По-разному. Ну, на сайте я вот как раз недавно заходил, BMW, у них были в наличии, ну, был с маленьким пробегом такие, в наличии были. Насчет новые точно не знаю, но в зависимости от моделей, какие-то компании там 3 месяца, 5 месяцев. Самые, наверное, у Toyota большие сроки, там Alphard год ждать, что ли, там какая-то Крузак вообще 4 года нужно было новый ждать. Это на сегодняшний момент, либо на сегодняшний момент, чтобы купить новый Alphard, нужно год где-то ждать. Который вот сам последний рестайл. Да. То есть очереди разные. У BMW, наверное, так как это премиум, все равно не такой большой закуп, потому что японские какие-то крупные компании, они, конечно, отдают предпочтение японским автомобилям. Lexus, те же самые Toyota, Alphard, Wellfire, они очень популярны для перевозки всяких там важных людей, туристов, каких-то бизнесменов. Конечно же, Toyota на первом месте. Lexus конкурирует вот в премиум-классе с немцами. Mazda сейчас с новой линейкой CX-60 пытается конкурировать. Поэтому в зависимости от модели, конечно, есть проблемы с нехваткой чипов, и это влияет на покупку автомобиля. Даже у Toyota, к примеру, когда ты покупаешь автомобиль, они дают только один ключ тебе, но обещают два. У меня были знакомые, которые купили год назад Alphard. Они до сих пор не получили второй ключ, потому что не хватает чипов. Я приехал и забыл свою Пасмо с 2019 года, она же действует 10 лет. И я подхожу, мне говорят: sorry, don't have. Нету чипов для Пасмо, я только на Гинзе купил, поэтому проблема с чипами, она реально есть. И вот, оказывается, даже на ключи распространяется для автомобилей. Мы недавно были в Китае. И, конечно, китайский рынок внутренних производителей очень поразил. Те разработки, электрокары, вообще просто классические бензиновые машины. Уровень мультимедий, матричные фары, дизайн, отделка, кожа Напа, алькантара. Все просто топ. Что с китайцами в Японии? Здесь китайцев нет. Ну, как бы на дорогах сейчас нет, но были сначала корейцы, забыл какая, не Hyundai, какая-то другая, кажется. Я вчера видел Hyundai на правом руле. Да, есть корейцы, зашли, они более-менее пытаются, там, где-то год назад. Буквально недавно зашел BYD, китайский бренд большой, я их видел на Tokyo Motor Show. Есть определенная компания, которая в аренду машины дают, они тоже предлагают китайские машины. И вчера увидел в Йокогаме, они открыли салон BYD, поэтому вот китайцы сильно пытаются. Но проблема в том, что все-таки это Япония.
И есть определенные, ну как у нас, качество, да, вопросы, есть определенное китайское качество, поэтому в Японии все-таки японцы отдают предпочтение это японцам или немецким автомобилям, потому что они им тоже как бы доверяют, это премиум класс. В Японии немцы, они в принципе тоже популярны, но в основном, как мне сам сказал один из таких топовых сотрудников BMW, в основном японцы предпочитают покупать немцев новыми. А на вторичке они уже не так активно идут. Ну, потому что люди покупают финансово состоятельно, и они хотят новый автомобиль. Люди, которые покупают БУ автомобили, они все-таки отдают предпочтение к японским автомобилям, потому что более бюджетное. Что касается китайцев, не знаю, как у них пойдет. Машины вроде выглядят круто, я сам еще в них не сидел, нужно будет взять, может, покататься, посмотреть. Но сам для себя, наверное, живя в Японии, китайский автомобиль бы я не взял, потому что, ну, это сервис. Это какие-то мелкие вещи, которые все-таки я понимаю, что... Ну, также в Германии, наверное, я бы не взял японский автомобиль, потому что купил немецкий, потому что все запчасти, все дешево, обслуживание, это понятный автомобиль. Ну, опять же, отношения Китай, Корея, Япония, они друг друга не любят, есть недоверие, поэтому все стараются поддерживать своих автопроизводителей. Окей, с машинами понятно. В принципе, все логично. Да, я тоже подразумевал, что Китаю будет очень сложно заходить на японский рынок. Но японские шины по сравнению с китайскими шинами, что в России, что ты рассказал, на свою Мазду покупал, ну, там, в два раза дешевле. То же самое, езжу на китайской резине, на зимней, на летней цены просто... Ты смотришь Якогаму, и ты смотришь какой-нибудь Триангл, либо Гоформ, и... просто беру вот это, и на заднем приводе во Владивостоке, где вот такие вот горки, прекрасно справляется. Я сам был удивлен, цена-качество вообще просто супер. Какие перспективы у китайской резины, у китайских магнитол, потому что они сделаны на топовом железе, закачан Android, работает CarPlay без проводов, у меня в G-Cruiser'е штатная магнитола, это вообще до свидания сразу. За 25 тысяч китайская магнитола с CarPlay, с прекрасной отрисовкой, у тебя как будто топовый Android-телефон абсолютно не лагает. Есть ли перспективы китайских производителей вот этой вот магнитофонов, резины на рынке Японии? По поводу резины, наверное, перспектива есть. Все-таки люди, те, которые там сэкономить хотят, или в моем случае просто я не хотел ждать месяц и еще ездить на зимней резине, которая у меня тоже уже потерлась. Я уже купил китайскую, думаю, ну попробую, почему бы нет. По поводу магнитол, я не знаю, в принципе, все современные машины, они оснащены вот этими встроенными дисплеями, которые ты, ну, не выковыришь ты их. И у них встроены вот эти CarPlay, там и гугловские андроиды, все, ты подключаешь свой смартфон, и у тебя обновленные новые карты, все работает. Просто, наверное, если говорить какие-то очень бюджетные машины, которые покупаются в базовой комплектации, где просто дырка есть для магнитолы, да, почему нет, такие люди основываются не в каком-то качестве, а смотрят по ценнику. И если они по цене выходят дешевле, чем какие-нибудь там Пионер, да, или еще что-нибудь, то люди будут покупать. Тем более, подключая смартфон, они могут пользоваться. Все, я понял, почему у меня возник такой вопрос. Потому что мы покупаем машины старше 3 лет, у нас не работает навигация штатная. Но это все равно там какие-то поколения, там 2019, 2020, 2021 год. И там не на всех автомобилях самая последняя прошивка, самая последняя версия внутреннего компьютера, и поэтому тебе хочется ее поменять. Ну, да. Потому что китайский магнитофон, он по начинке, он более современный, поэтому да, в Японии все правильно ты сказал, что ну, не возникает желания, так, мне надо срочно поменять магнитолу, я хочу смотреть что-то. Ну да, потому что все работает, карты работают, мультисистема, медиа работает. Зачем платить какую-то, чтобы вставлять что-то, что будет не органично подходить к салону твоего автомобиля. Да, это уже адаптация для России, эти китайские магнитофоны. Евгений, следующий вопрос, который часто волнует людей, но он такой больше фановый. Есть номера на японских автомобилях на аукционах, но сейчас многие аукционы скрывают номера, но все-таки иногда видно 3 семерки, 3 единички, ну какие-то 0-1-0. Можно ли купить номера в Японии, потому что люди считают, если они купят этого Альфарда, у него номера 3 семерки, значит ездил там Биг Босс, там машина лучше обслуживалась, надо брать именно ее, давайте на нее поставим плюс 200 тысяч йен. Вот. А можно ли купить номера? И они в Японии бывают разных цветов. И какой цвет что обозначает? Номера купить блатного, конечно же, можно, но все официально через ГАИ. Когда я получал номер, то есть ты сразу можешь получить, ой, ГАИ, в полиции, ты можешь сразу получить номер, он стоит 2000 с чем-то йен. Ну, это $20, да?
Если любой красивый номер? Если ты хочешь красивый, ты просто должен подождать 3-4 дня. Ты там пишешь, какой номер ты хочешь, они смотрят, если похожий свободный, потому что там еще буквы есть, они смотрят, под какими буквами свободный. Если свободный, то все, через 3-4 дня ты получишь этот номер. То есть цена не меняется. 3 семерки, сколько стоит? Да, 3 семерки. Ну, те же самые 2000, те же самые 20 долларов. Ты пишешь заявление, что ты хочешь номер, пишешь, да. И единственное, надо подождать, но ты платишь 20 долларов? Да, 20 долларов и все. Ну, обычный номер, который сразу тебе дают. Или если ты хочешь какой-то вот, например, я Mazda CX-8 брал, я брал там номер день рождения жены. Меня спросили, какой я хочу, такой, 28. Они, окей, хорошо, все. То есть без каких-либо проблем можно любой номер, какой ты хочешь, сделать, если он свободный. Ребята, Альфард можно брать на любых номерах. Это все равно стоит 20 долларов. Разные цвета номеров. Какие они бывают и что они обозначают? Смотри, есть стандартный белый, это обычный пользователь, который ездит на автомобиле. Бывает белый, но с рисунками ты можешь взять себе такой номер, он практически тоже не особой разницы по цене не имеет. Просто каждый регион может выдавать номера. К примеру, в Токио были приурочены к Олимпийским играм, там была символика олимпийская. То есть любой желающий мог пойти там за 10 долларов поменять себе номер на такой же, но только с олимпийской символикой. Там, если человек около горы Фуджи живет, то там будет белый номер с элементами горы Фуджи. Вот, это то, что касается таких цветных, красивых. Потом есть зеленые номера, это коммерческий транспорт, который занимается пассажироперевозками. В основном это вот можно такси увидеть, какие-нибудь альфарды ездят в Эльфайр, у них зеленые номера. Коммерческие потом у грузовиков можно, автобусов увидеть зеленые. И есть желтые номера, это в основном кей-кары, всякие кей-траки, автомобили, у которых объем двигателя не больше, чем 660 кубических сантиметров. Бывают еще черные, но это смесь. То есть, если у вас кей-кар, к примеру, но вы занимаетесь пассажироперевозками, тогда этот номер красят в черный цвет, буквы оставляют, цифры становятся желтыми. И последние, это синие, это дипломатические номера, ну, которые выдают дипломатам посольским, кто работает в посольствах. И есть номера, может, кто-то увидит, там белый номер, красная поперечная черта. Это временные номера, которые выдаются мэрией для того, чтобы временно перегнать автомобиль из точки А в точку Б, чтобы ее поставить на номера. Ну, в России у нас все попроще. У нас белый номер, есть дипломатические красные, черные, военные. Но у нас произошел прогресс. Неделю назад разрешили на переднюю часть автомобиля вешать квадратный номер. И поэтому нам не надо, приходят японские рамки, и кто-то их прям вот хочет сохранить, просит сохранить. И поэтому можно сделать квадратное, ставить японские рамки и ездить на автомобиль. Прикольно, прикольно. Евгений, следующий вопрос – это про электрокары в Японии. Потому что вот мы недавно смотрели с маркетологами Тату, там до 2014 года, по-моему, Япония была лидером по количеству электрокаров, выпускаемых, потом обогнала США, и просто там последние там 4 года Китай вообще просто улетел в космос. Сколько стоит обслуживание, стоимость владения электрокаром, как тут заряжаются, потому что в Китае, например, у тебя везде просто зарядки стоят, в Шанхае под домом, везде на любой парковке у тебя быстрые зарядки, все заряжаются. Нету бензиновых мотобайков, есть только электрические, то есть там они вот прям электричество везде в транспорте. Сколько стоит киловатт, сколько стоит обслуживание, почему японцы покупают себе электрокары? Ради экологии какие-то, может быть, цены лучше на электрокары, субсидии, нулевые кредиты? Ну, в основном электрокары в Японии какие? Это получается у Nissan Ariya, у Nissan Leaf, у Toyota полного электрички нету, Tesla продается, ну вот BYD зашел, у них вроде электрический. То есть, в принципе, набор не большой, количество автомобилей. Главная причина – это Toyota. Toyota номер один в Японии, это главный производитель, чьи машины покупают. Пока Toyota не выпустит электрические автомобили полноценные, рынок в Японии не поменяется, потому что японцы доверяют Toyota. Инфраструктуры пока еще мало. Конечно, много заправок, в принципе, зарядок. Есть там, да, люди, вот у меня знакомые, там Tesla есть у них, суперчарджев уже довольно прилично, нормально, другие японские зарядки. 1 киловатт стоит в среднем 27
йен. Это, конечно, намного больше, чем в России, но в Японии после 11 сентября атомные электростанции многие закрыли. Все работает на электричество, это топливо, то есть нефть, мазут, там газ, поэтому электричество дорогое. Но все же выходит дешевле, нежели пользоваться бензиновым двигателем. К примеру, да, если сейчас по нынешним ценам полный бак, там, не знаю, там, Альфар, да, полный залить, там, премиум 98-м, то будет там больше 10, там, около $100, то электрический автомобиль полностью зарядить, это будет, ну, в 3-4 раза дешевле выходить. Ну, и обслуживание масла менять там не надо, какие-то, да, такие расходники я, в принципе, не владел, пока не сталкивался. Но в целом, конечно, Toyota выпустит электрические машины, в Японии начнутся изменения, а пока ждем. Ну, даже говоря о Тесле, у меня знакомый хотел вот буквально на прошлой неделе купить Теслу, в Йокогаме он живет, он ее не смог купить. Хотя Тесла была та машина, которую ему доставили бы буквально через 2-3 недели, потому что все остальные японские там 3-4 месяца минимум надо ждать. И он ее не взял, потому что парковочные места, которые обязательны для покупки автомобиля, то есть сначала ты парковочное место, контракт подписываешь, потом только тебе автомобиль продают. Все парковочные места в его районе, то есть у парковочного места есть требования, какая машина туда поместится, по ширине, длине. Даже если на 1-2 сантиметра ширина или длина автомобиля превышает требования парковочного места, тебе автомобиль не продадут. То есть здесь очень жестко, и вот у него парковочное место, ширина автомобиля Теслы была на 5 сантиметров шире, чем требования парковки, он не смог купить Теслу. Потом хотел купить RAV4, но на его, опять же, парковке рядом с домом RAV4 не помещался по длине там на 2 сантиметра, что ли. И в конце концов он вроде Lexus NX взял, потому что он идеально подходил под парковочное место. Поэтому в Японии бывает так, что парковочное место решает, какой ты купишь себе автомобиль. Его можно менять, доплачивая, поменяться с соседом, с доплатой? Нет. Этот контракт, потому что парковочные места все владеют юридические, ну, другие компании, типа риэлторы, и они жестко все это регулируются, и полиция это проверяет. Даже если у тебя около дома есть парковочное место, ты идешь в полицию, пишешь заявку на вот этот документ, они приходят тебе домой, смотрят, какой автомобиль ты хочешь купить, замеряют, и если он не помещается на это место, даже 1 сантиметр, тебе разрешение полиция не выдаст. Все. Ребята, это интервью подошло к концу. Мы прошлись по основным вопросам, но я знаю то, что у вас еще в запасе есть вопросы к Евгению, есть вопросы про жизнь автомобилиста в Японии, сколько что стоит и прочее. Я бы еще бы с удовольствием бы с Евгением пообщался, потому что мне интересно, как санкции влияют на японский авторынок, выгодно ли японцам всегда было отправлять автомобили в Россию, либо отправлять в другие страны и вообще. В общем, Россия как участвует в формировании рынка аукциона, формировании цен на популярные автомобили, потому что я как дилер, я вижу то, что на популярные машины цена чуть-чуть упала на аукционах из-за того, что россияне не могут напрямую покупать санкционные автомобили. Поэтому пишите вопросы внизу в комментариях, и мы, возможно, соберем вот такой пул вопросов, и Евгений запишет из Японии нам ответы. Я думаю, получится же, Евгений? Да, конечно, без проблем. Ребят, поэтому не стесняемся, пишите ваши вопросы под этим видео. А Евгению выражаю большую благодарность за то, что вроде бы это простые ответы, но на многие, я серьезно, я что-то первый раз вообще услышал, и на какие-то вопросы я предполагал, что ответы, наверное, вот такие. И вот что-то было подтверждено, а что-то вообще кардинально по-другому. Евгений, большое спасибо. Все, спасибо, рад был пообщаться, очень интересно. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.